Библейский портал exeget.ru представляет. 41 глава книги Иисуса Сына Сирахова. Много было всего сказано в предыдущих главах. И мы уже не раз говорили, что эта книга сочетает такое высокое богословие с практическими наставлениями. Я, кстати, читаю ее для библейского портала «Экзегет» в синодальном переводе. И вдруг 41-й Сирах затрагивает тему, которая мелькала на заднем плане несколько раз. Почему здесь? Не знаю. Но, смотрите, предыдущие главы были посвящены добру и злу вот в таком глобальном плане. И говорилось, что вообще-то в мире все предусмотрено Богом, что э, добро и зло для своих целей, что однажды мы поймем, пока не понимаем, почему мир устроен так. Э, и в 40 главе говорится о высшем благе, которое э, страх Господень, потому что человек, который им живет, он, в общем, не испытывает нужды ни в чем. Э, и очень плохо, если он начинает выпрашивать то, чего у него нет, гораздо лучше быть самодостаточным. И вдруг в 41-м появляется, наверное, как «Универсальное зло, которое коснется однажды каждого, и с которым каждый сталкивается еще при жизни. О смерть! Как горькое воспоминание о тебе для человека, который спокойно живет в своих владениях. Для человека, который ничем не озабочен, во всем счастлив и еще в силах принимать пищу. Вот когда все хорошо, как тяжело умирать. Значит, смертное высшее зло... О смерть, отраден твой приговор для человека, нуждающегося, изнемогающего в силах, для престарелого, обремененного заботами обо всем, даже не имеющего надежды и потерявшего терпения. Смерть, оказывается, может быть благом, избавлением. Не бойся смертного приговора, вспомни о предках твоих и потомках. Это приговор от Господа над всякой плотью, Итак, для чего ты отвращаешься от того, что благоугодно Вышнему? Десять 10, ли, сто или тысячи лет в Аде нет исследования о времени жизни? Ад, ну, место, куда сходят люди после смерти, здесь упомянутый рай, но рай скорее как такой образ благодатного сада. А смотрите, мы все равно все умрем, и эта смерть может быть избавлением от мучений. К чему зря они и печалятся? Вот, наверное, самый поразительный ответ на вопрос, почему в мире существует зло. Оно просто существует. И не надо придавать ему слишком много значения. Вот такая мудрость Сираха. Нет ответа, почему. Зато есть ответ, как быть на стороне добра. Дети грешников бывают, дети отвратительные, общаются с нечестивыми. Наследие детей грешников погибнет, вместе с племенем их будет распространяться без славы. То есть вопрос не в том, что ты умрешь, вопрос в том, а твой род после тебя, что с ним будет. Нечестивого отца будут укорять дети, потому что за него не терпят бесславие. О как! То есть э, смерть — это некий итог земной жизни, и, соответственно, что после тебя останется, кто после тебя останется, и как он отнесется к твоей жизни, которая завершена. Вот о чем надо думать, и не о том, что это смерть. Горе вам, люди нечестивые, которые оставили закон Бога Всевышнего. Когда вы рождаетесь, то рождаетесь на проклятие. И когда умираете, то получаете в свой дел проклятие. Все, что из земли возвратится в землю, так нечестивый от проклятия в погибель. Да, жестко он их, жестко. Смерть не страшна, страшно нечестие после смерти, оно превращает твою жизнь вот в что-то такое, чего стыдятся люди. Ну, а о, а, а загробной учете самого человека он здесь не говорит ничего. «Плач людей бывает о телах их, но грешников и имя недобро изгладится. То есть на похоронах люди оплакивают тело умершего, но имя его сохраняется. Так вот, у грешников и имя погибает так же, как погибло тело. Заботься об имени, ибо оно приводит с тобой долю, нежели многие тысячи золота. Дням доброй жизни есть число, но доброе имя пребывает вовек. Даже после смерти. Соблюдайте, дети, наставления в мире, а сокрытая мудрость и сокровище невидимое, какая в них польза? То есть э, мудрость она проявляется в жизни человека, а не просто в каких-то его мыслях наедине с собой. Лучше человек, скрывающий свою глупость, нежели человек, скрывающий свою мудрость. Вот точно. Итак, стыдитесь того, о чем я скажу, ибо не всякую стыдливость хорошо соблюдать, и не все всеми одобряется поистине. И дальше он э, напоминает о том, чего надо стыдиться. Значит, не стыдись мудрости, не стыдись выказать себя мудрым из какого-то смирения, э, такого чрезмерного, из ну что я лучше всех, что ли, я лучше промолчу. Нет. Стыдиться в данном случае, видимо, имеется в виду не выставлять на показ. Лучше вообще от этого избавиться. Но если уж есть, то э, вот прятать. Стыдитесь пред отцом и матерью блуда, пред начальником властелином лжи, пред судьей и князем преступления пред собранием и народом беззакония, пред товарищем и другом неправды, пред соседями кражи. Стыдитесь всего и пред истинную Бога и завета его. Хм. Почему пред и матерью блуда, а пред начальником властелином и лжи? Во-первых, пред Богом всего этого но э, отец и мать, но ну, имеется в виду, наверное, такие родители подростка, да, который там загулял где-то, и вот они его за это будут ругать. Начальник будет ругать за ложь, э, ну, наверное, потому что часто начальником лгут, чтобы себя получить преференции. Преступление пред судьей и князем судить за это будут. Пред собранием народом беззаконие. Преступление беззаконие, но преступление разовые события беззакония — это скорее стиль поведения. Вот собрание народа, они тебя осудят за это. Пред товарищем неправды. Не ври своему товарищу. Пред соседями кражи. Вот у соседей красть никак нельзя. А у дальних можно, да? Но, очевидно, здесь названы те действия, которые вызовут наиболее сильную негативную реакцию у важных для тебя людей и сообществ. А вот пред Богом всего. Стыдитесь всего и пред и завета его. Стыдись и облокачивание на стол. Вот так нельзя, что ли? Это неприличная поза? Может быть, под этой позой подразумевается какая-то особенная эмоция, да? Трудно точно сказать, какая обмана при займе и отдаче, то есть нечестности при делах денежных, стыдись молчания пред приветствующими, когда ну, невежливость просто, смотрение на распутную женщину, как будет в Нагорной проповеди, кто смотрел с вожделением, уже прелюбодействовал. Отвращение лица от родственника, нельзя забывать о родных. Отнятие доли и дара, доля то, что причитается, дар, видимо, то, что ты подарил, а потом пришел забирать обратно. Помысл на замужнюю женщину, опять похоже на горную проповедь, ухаживание за своей служанку и не подходи к постели ее. Ну, то есть, когда служанку делают наложницы. Пред друзьями стыдись слов укорительных, не ругай их. И после того, как ты дал, не попрекай. В смысле, сделал подарок, а потом, ну, я ж тебе дал, а ты там мне не ответил. Если дал, то дал. И все. Повторение слухов и разглашение слов тайных. Вот сплетен всевозможных. И будешь истинно стыдлив и приобретешь благорасположение всякого человека. Чего надо стыдиться? Вообще-то культура стыда во многом, мы говорили, культура стыда и культура вины, современные такие, Понятия культурологии, антропологии: когда человек избегает стыдного положения или когда он избегает чувства вины, это во многом культура стыда, как японский самурай совершает самоубийство, если его опозорили, даже если он ни в чем не виноват. Но он опозорен, но он пристыжен, он не может жить дальше. Так и здесь и названы конкретные вещи, которые навлекают на тебя этот стыд, которые не должен не тебе проявляясь по отношению к другим людям и прежде всего, конечно, к Богу. Интересный список. И, пожалуй, не так уж и сильно он устарел, не правда ли?